Станислав и Арина Зверяк вместе уже 12 лет. Рассказывают, что познакомились на работе и сразу полюбили друг друга. Через год пара расписалась. Главной мечтой Арины и Станислава всегда была большая дружная семья. Сейчас у них трое детей. 3-летняя Таня, 2-летний Вова и 5-месячный Саша. Вместе они любят проводить время на природе и в парках, а также играть в игры, где участвуют все члены семьи. Поэтому решили пройти квест в поисках семейных ценностей. В подобных мероприятиях семья участвует первый год. В этом году первый раз вот мы. Первый раз у нас был 1 июня, нам предложили, на день защиты детей пригласили. Вот и как бы пригласили сейчас второй раз, почему бы нет. Очень нам понравилось, было очень интересно. В мероприятии приняли участие 4 многодетные семьи. Родители вместе с детьми выполняли задания на нескольких станциях. Музыка нас связала, где участники пели песни и танцевали. На станции в поисках важного ответа семьи сыграли в психологическую игру. А спортивную подготовку показали на станциях «Физкульт-привет» и «Игра на все времена». Организовали квест администрация и ЗАГС Куйбышевского района. Многодетная семья уже команда. Есть мама, есть папа, есть дети. Дети – это наши надежды, наша опора. Поэтому дети увидят, как соревнуются родители. Родители увидят что-то новое в своих детях, откроют их новые возможности. И дети будут учиться на опыте своих родителей. Поэтому все лучшее перейдет от родителей к детям. В конце мероприятия каждая семья получила подарок – подушки и настольные игры для всех членов семьи. Елизавета Прокопенкова, Константин Головин. События.